Тимофей и Мария стали одними из первых детей, которых с днем детства поздравили сотрудники социальной службы. Волей судьбы эти особенные дети – инвалиды с самого рождения, которые мало знакомы с настоящим полноценным детством. Однако благодаря поддержке и заботе папы и мамы они продолжают бороться за право жить и радоваться. Для таких детей, которые ограничены в своих возможностях, они вдвойне важны, потому что как бы они не остаются одиноки, они вместе с обществом. Они вместе со всеми, для них приятно, что к ним приходят гости, что их не оставляют без внимания. И нам, родителям, это тоже приятно. Конечно же, для детей это праздник, это радость. В многодетной семье Артысюк двое мальчиков-двойняшек. Диагноз ДЦП также сделал их жизнь далекой от простых детских радостей. Поэтому для Никиты и Максима веселые гости с шарами и подарками – повод улыбнуться и почувствовать себя нужными. Конечно, нужны такие организации, чтобы делали праздники, потому что дети – это наше будущее. Лучшие. Так что я желаю всем детям здоровья крепкого, родителям, конечно же, терпения, внимания и доброты. Семьи Сухановых и Артысюк – две из 14 семей, которые стали участниками акции «Скажи детству да». В каждой из них двое детей с особенностями психофизического развития. Проводя благотворительные акции для особенных деток, сотрудники социальной службы стараются подарить таким ребятам толику внимания и заботы, чтобы их детство было наполнено улыбками и искренним счастьем. Сегодняшняя акция не является единичной. Мы постоянно в течение года стараемся навещать, стараемся обследовать для оказания различных видов социальной поддержки. Это и оказание материальной помощи, и государственной адресной социальной поддержки, гуманитарной помощи. Мы проводим ряд концертов с приглашением сюда, в территориальный центр, в другие учреждения. Стараемся не оставить их без внимания. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.